18 марта конференц-зал районного дома культуры наполнится людьми, ведь здесь будет находиться один из избирательных участков, где граждане смогут проголосовать за своего кандидата в президенты Российской Федерации. Чтобы обеспечить безопасность избирателей, необходимо основательно подготовиться, провести учебную эвакуацию. Такое решение было принято антитеррористической комиссией Ленинского района. Одним из вопросов также была рассмотрена профилактика ложных сообщений об актах терроризма на территории Ленинского муниципального района. Разработана памятка, которая опубликована в газете «Видновские вести» и на сайте администрации. Апофеозом этой деятельности является практическая отработка действий экстренных служб, персонала и участников выборов. По сценарию на избирательном участке 3622 был обнаружен бесхозный предмет. Как и следует по инструкции безопасности, члены избирательной комиссии сообщили о нем охране учреждения, которая провела экстренную эвакуацию всех находящихся в здании людей и оградила подозрительное место лентой. После директор Дома культуры позвонила по номеру 112. На территории нашего учреждения найден подозрительный предмет, взрывоопасный. Объявлена всеобщая эвакуация, эвакуировано 8 человек. Объект обнаружен в 10 часов утра. Фойе первого этажа. Через 8 минут на место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, госавтоинспекции, скорой помощи и МЧС. Территория была осмотрена кинологом собакой, которая обнаружила признаки взрывного устройства. Отработка действий сотрудников экстренных служб и нас в данной ситуации окончена. Вызывается группа разминирования, которая непосредственно приступает к ликвидации подозрительного предмета. По результатам учебной эвакуации было проведено совещание, на котором участники выявили ошибки и поставили задачи по решению недочетов. Но в целом учения прошли удовлетворительно. Мы, конечно, сделаем определенные выводы, потому что есть моменты, над которыми надо поработать. Но в целом я охарактеризую и дам оценку хорошо сегодняшним учениям. В ближайшее время такие учебные эвакуации пройдут на всех избирательных участках Ленинского района. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.